дорогие, мы едем сейчас в Данию на премьеру фильма. Вот. Вот он сидит злой. Разозлился, что я пошла в прямой эфир. Дань. Ты можешь меня не снимать, пожалуйста? Могу. Дань, тебе привет. Так, что вы тут пишете? Да, будем участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». От Милены сразу все к тебе в эфир ушли. Ну, естественно, что там у Милены. Она, наверное, орёт и в прямых эфирах. Спасибо. Привет, Ростов. Нальчик, привет. Какая свадьба на миллион? Вот такая вот свадьба на миллион. Знаете, такой конкурс на проекте? Выложи фото родителей. Обязательно выложу фото родителей и займусь этим. Завтра у меня очень красивая мама. Ну, папа тоже, конечно. Вот, но мама вообще. Выложу фото, где она в моем возрасте. Мы с ней очень похожи. Так что обидно просто читать комментарии, когда там пишут, что ты вся переделана. Это не так. Нос у меня свой, и скулы свои, и губы у меня практически свои. То есть из лица я немножко себе вкалывала губы, совсем чуть-чуть. 0,5, как я написала, чисто для контура. Даня уже знаком с родителями лично? Нет. Пока не знаком, но я думаю, что в скором будущем познакомлю. Как раз прекрасный повод. У меня у мамы день рождения 18 марта. Вот, и она меня позвала вместе с Даней. Так что буду знакомить его со своей большой семьей. Спасибо вам большое, ребят, что вы вам пишете такие вещи. Мне очень приятно. Вот, помимо меня в семье еще две сестры, поэтому будем знакомить. Рядом Даня сидит злой. Спасибо. Да, мы не обращаем внимания. И просто неприятно мне за родителей, обидно, потому что они как раз-таки дали мне все, что у меня есть, а люди пишут, что это сделано. Но отчасти мне даже это льстит, потому что настолько, значит, это красиво, что люди думают, что натурально это быть не может. Да, у меня виниры. Вот они. Мы сейчас едем на премьеру фильма. В пробке стоим, да. Вот, едем на премьеру. Ой, на премьеру. Дань злой. Дань. Почему тебя в эфирах нету? Потому что я 3 дня была на выходном у родителей. Таллин, привет. Когда начнется свадьба на миллион? Вроде как со следующей недели. Что у тебя с челюстью? Ужасно. А что у меня с челюстью? Извините, конечно. Я, может, что-то не замечаю, а что у меня с челюстью не так? Расскажите. Можно ли попасть на проект в качестве гостя? Слушайте, если вы из Москвы, то у нас на шоу, где вот у нас разборы происходят, где номинируют на уход, то есть именно
в этой локации собираются зрители. Более того, им оплачивают то, что они там сидят. Поэтому, конечно, я думаю, что можно попасть и посмотреть нас вживую, как все это происходит. Конечно. Вот, поэтому обратитесь, куда это, я даже не знаю, куда это обращаться. На обезьяну похоже просто. Так, это мне пишет Аленочка 92. Слушай, Аленочка, судя по твоей аватарке, я даже комментировать, честно говоря, не очень тебя хочу, потому что все плохо совсем. Таких девочек, как ты, мне всегда было жалко. Так. Да ничего не случилось. Чего ты злишься, Даня? Расскажи. Люди спрашивают, почему Дани нет. Даня? Но он не хочет сейчас со мной разговаривать. Пингвинова свободна или Свити? Хочу к ней прийти. Пингвинова свободна. Вот. Витю мы проводили. Еще не проводили мы. В общем, Витя сегодня на выходном тоже. Они там поругались. Не знаю, что там у них случилось. Поруганные. Песня классная. Женщины, слушайте этих недоброжелателей. Да я не слушаю. Рапа беременна. Ребята, если честно, не знаю. Честно. Дани, мы... Сколько мы с тобой уже, да? Почти 3 месяца, да? У меня папа любит такую музыку. Так, ладно, ребят, злится он. Хочет зайти к себе на страницу. Данилу 24 года, у нас с ним 2 года разница, поэтому те, кто пишет, что мы есть с ним как мама с сыном, упаси Господь. Так. Так, ладно, друзья мои, мне приятно, что вас так много, 350 человек сейчас смотрят мой прямой эфир. Это всегда выхожу ночью. Вот. Но ночью тоже набираются зрители, я не знаю, вы в 2 часа и в 3 часа не спите. Вы вообще не спите. Так, ладно, ребяточки, все, я вас целую, обнимаю. Рада была вас слышать, видеть. Вот. Так что...